Детский игровой комплекс, спортивная зона и площадка для культурно-массовых мероприятий. Каким предстанет новый сквер на школьной улице в Октябрьском и когда приступят к его благоустройству, рассказали жителям поселка. На встрече работал Богдан Колесников. Давно были обращения. Знаю, что люди очень-очень много лет просили. Обращались и в администрацию, и в Министерство благоустройства. И этот объект был включен в программу на 2025 год. И мы очень рады, что Министерство благоустройства, и благодаря поддержке жителей поселка Октябрьский, у нас услышали и перенесли на более ранний срок, то есть уже на текущий, на 2024 год. Концепция благоустройства сквера разработана и представлена на обсуждение общественности. Территорию площадью 500 квадратных метров разделят на зоны для активного и тихого отдыха. Установят детские спортивные площадки, столы для настольного тенниса, гимнастический комплекс, а также декоративные скамейки и сцену в виде сердца. Нас просили учесть вот эту вот тематику как бы любви и примирения. И мы ее вот проявили в таких вот решениях. В виде сердца и вот такого вот знака с сцепленными мизинчиками, как помните, мы все в детстве, вот мирись, мирись, мирись и больше не дерись. Вот такой вот знак с подсветкой мы предлагаем установить там. Сквер появится во дворе второго корпуса дома номер один по школьной улице по соседству со стадионом Балятина. Такое расположение вполне устраивает жителей. Рядом детские сады. Школа одна рядом, вторая недалеко. Здесь все рядом. Лес теперь у нас рядом стал. Вот эта поляна, которую елку зарядили. Все здесь рядом. Далеко ходить не надо. Ждем. И дай Бог дожить. К благоустройству сквера приступит уже весной. Замечания и предложения жителей учтены. По итогам встречи создана рабочая группа, которая будет следить за проводимыми работами. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.